В России сегодня стартовали масштабные учения, которые развернулись сразу в нескольких регионах. Впервые Северный флот проводит в Арктике маневры с участием разных родов войск. Большие десантные корабли «Георгий Победоносец» и «Кондобога» вплотную подошли к береговой линии на полуострове Таймыр, неподалеку от Норильска. Экипажи боевых машин, выехав на сушу, сразу же вступили в бой с условным противником. Учения проходят также на территории западного и центрального военных округов. Задействованы более 9000 военных и около 4000 единиц техники. Под Ярославлем солдаты навели железнодорожный мост через реку Волга длиной почти в километр. В Оренбургской области впервые за долгие годы оборудуют полевой аэродром, который сразу же испытают военные самолеты и вертолеты. Кроме того, солдаты и офицеры выполнят массовую перегруппировку и опробуют новейшие технические комплексы. Продлятся учения до 29 августа.